Всем привет, ребята. Я снова тут. В общем, я с новыми силами, с новой мотивацией, с новыми амбициями вернулся сюда. Вот. Потому что я вижу, как всякие долбоебы снимают видосы. Соответственно, я такой же. Я тоже снимаю видосы про биты. Ableton Live 11 Suite. Никто тут нахуй не делает, кроме меня. Ну сколько я видосов видел? Очень мало, блядь. Я не понимаю, почему. Аблик, ёбнутая тема. Какая AFL-ка, нахуй. У нас сегодня что-то типа Lil Baby Tybeat, Nardovik Tybeat. Короче, расскажу вообще, как можно сделать Lil Baby Tybeat. И, ну, вот сейчас включу, да, там покажу и покажу. А, не покажу, но примерно расскажу, что в чем вообще прикол. Ну, таких мрачных, таких. Короче, let's go. Первая мелодия. Слушаем. Если вы в уши не долбитесь, вы понимаете, что это реверс. Вот, звучал он так вот. И опять же, если вы в уши не долбитесь, ну или ладно, не понимаете, может. Короче, тут колокольчики, просто наверх. Вы вообще вот раскидываете в хаотичном порядке. Ну, главное, чтобы по скеллу понятно. Понятно. Вот. И, соответственно, в хаотичном порядке, потом накидываете шейпербокс, портал, возможно, ну там тоже слушать надо, но шейпербокс обязательно, потому что он там начинает крутить, вертеть эти звуки и все такое. Потом, ну, в аблике именно, да, я не знаю, как в фэлке, я там, блядь, пару раз в жизни от силы был. Вы фризите, флэттен трек делаете из MIDI аудио и реверсите или не реверсите, как вам вообще угодно, и получаете вот этот, ну... Ну, иногда там бельчики, они должны быть на высоких, пиздец, типа, чтобы вот звук вот этот... Песчаный вот этот блядский такой был. Вот. Короче, вы поняли. Второй. Вторая мелодия. Ну, луп был. А что со звуком, блядь? Подождите. Честное слово, только сейчас услышал то, что там какие-то... Какие-то... Абсолютно то же самое. Берете пад, портал, шейпербокс. Всю ту же процедуру делаете, короче, получаете такой саунд. К третьему идем. Ну, тоже реверснутый или нет, я не понимаю. Не, по-моему, не реверснутый, кстати. К третьему. Реверс, который с атакой большой, выплывает, реверсим, и он... ну или наоборот. Или наоборот, уплывает. Ну, короче, чтобы такой жух. Типа райзера был. Это найти можно, можно атакой, можно реверсом, можно шейпербоксом, как, блять, угодно. Ну, экспериментировать, я говорю, бля, музыка это просто, ну, ваше воображение. И вот после всех этих процедур вы еще накидываете этот брейсик легендарный. И у вас получается такая мелодия. Далее, драмка. Ну, я тут долго мусолить не буду, что тут... Вот тут хай-хетик, ролик один, все. Ролик, блядь. Давай. Опа-хэт. Даже без панорамирования. Просто долбит. Он даже не раскинул. Бит вообще, я на него болт клал. Ну, я его вообще не делал. Ну, в плане, не заморачивался. И чантик добавил, да. Ну, это потом. Да, короче, драмка. Три дорожки. Все. И басочек, потому что у нас больше ничего не осталось. Короче, озоном накинул. Там просто можно покопаться. Я особо даже его сейчас не накидываю, потому что у меня есть заглю. Короче, сейчас я расскажу тоже про заглю. Вот. Да и в принципе все. Тут voice tag. Ну, тут я трек записывал. Тоже потом включу. По обработкам. Про мелодии понятно. Я больше ничего не делал. Ну, кутришка, понятно. Получается, драмка у нас заглю. Я постоянно кидаю вот этот full параллель хайпаст. Он ее делает более грязный такой, знаете. Вот, как говорится, вот блядской такой. Но громче, сочнее. Ну, и в принципе, заглю, понятно. Глю это клей. Чуть-чуть все это склеивает драмочку. Бас туда не совывать. Вообще ни в коем случае. Бас вообще нельзя ни к мелодии, ни к драмке относить. Бас это вот самое главное, да, ну и тоже не вся. И вот оно, блядь, отдельно от всех, вот волк просто одинокий. Вот поэтому
отдельно от рамки пассы. И чё, на мастере у меня кутришка. А, ну это потому, что я трек делал, и как раз таки, да. Так что на это не смотрите, из иглю, в любом случае, всегда кидаю. Он просто жирнее все делает, прям, блядь. Вот он прям, ну сейчас послушаем, давайте. Давайте вообще без всех заглю, слушаем. Вроде что-то жирно, но потом мы включаем тут заглю, и... Вы скажете, бас перегружен, а не похуй ли? Ну вот не похуй ли вам, что бас перегружен? Если вы дрочите на то, чтобы бас не был перегружен, пожалуйста, убавьте его нахуй. Все. У меня, в принципе, бустовый, как бы, 808. Я еще лоу добавил, и еще заглюшкой, который так бустит. И, ну, это просто пиздец вообще. Ну, и расскажу вам про этот, про разгон. Да. Я, честно, не помню, как его сделал, и показать не смогу. Но вы берете вот эти три дорожки, да, ой, четыре. Ну, можете одну какую-то мелодию взять основную, да, которая больше всего выделяется, вот эта песчаная первая, да. Потом ставите аудиотрек, ресэмплинг тут ставите, ставите так, записывайте вот эту дорожку именно в соло и ставите, записывайте. Там пичем, блядь, какой-нибудь хуйней, типа, чтобы он выплывал, да. Может, на автофильтр, но автофильтром это скучно будет. А вот именно вот этот вот Lil Baby Skin, точнее, даже больше Нардовика, вот эта тема, которая... Бит вот это выплывает именно в питче, чтобы он под дропчик ебанул. Короче, слушаем разгон. Такое мясо. Вот я вообще в шоке сам себя. Да, и можно трек послушать. Я могу сразу про обработку рассказать. Вообще, я хуёво обрабатываю на самом деле. Типа, я это понял, я это знаю. Можете мне ничего вообще про это не говорить. Ну, у меня, типа, мастера даже-то нет, я просто кутришку что-то подрезал. Это бэки. А вот этот порядок забудьте вообще. Я новый порядок начал делать. Просто расскажу вкратце, как я понимаю вообще обработку битов. Ну, так, чтобы вы понимали. У нас есть, ну, основные, да, там, эквалайз. Ну, автотюн, понятно, типа, автотюн. Если надо кидать, не кидайте, не кидайте. Шумы. С шумами, короче, интересная тема. Ну, понятно, что у всех микрофонов есть шумы. У кого-то меньше, у кого-то больше, да? Есть NS1, там есть X-Noise, всякая такая залупа. Но я им не доверяю. Ну, не то, что не доверяю, мне просто Waves не работает. Ну и все. Поэтому просто вот берешь вручную так, delete делаешь, и все. Ну и подрезаешь, типа, фейды делаешь. Просто, чтобы шумы выплывали, это не квадратно звучало, соответственно, а, типа, выплывало, чтобы, ну, живее. Дальше кутришка, ну, эквалайзер. А первая убирает всякую хуйню. Можно что-то бустануть, но немного. Типа, не усердствуйте. И не забудьте всегда, ну, если кутришка, natural face поставить. А он с голосом работает, потому что. Дейсер убирает шипящие, блядь, надеюсь, это все знают. Это все всегда говорят. Я не ебу мозг, я просто вот этот мейл ставлю любой, который кручись. Сус вообще в конце, бля, надо кидать, но... Ладно. Потом вы кидаете компрессор, либо мультибенд, либо еще что-то, компрессор. Ну, второй, динамический. А, кидайте сатуратор, кидайте красящий эквалайзер, типа Mac Fresh Air. Ну, Fresh Air это вообще, блядь, бесплатно, и все знают, и песок добавляют просто идеально, ну, всегда. Дейсер второй есть реально много шипящих. То есть, сильно бустанули, надо прибрать. Ну и там этот вербик, реверб. Вот. Короче, сус надо в конце кидать после... Короче, есть вот две стадии эквалайзера, или три даже. Первая, это которая убирает лишнее. А сус, или же эквалайзером тоже можно, если у вас нет суза. Ну, сус тема. Это резонанс убирает. Ну, а сусы автоматически их убирают, просто подбираешь, какой тебе надо. И все. То есть, ебаные вот эти вот какие-то... Где-то там пищит, где-то тут. Что-то на низких... Ну и ты сус подбираешь и убираешь все резонансы неприятные. Ну или не все, но основные. Может, все ты не уберешь, а если ты все уберешь, то ты убьешь просто нахуй вокал в мясо. Вот. С бэком то же самое абсолютно. Там просто дилейчик другой, ревербик другой. Ну что, слушаем трек. Смоки-смоки, я заколю, вау. Шатя разбуди на меня с огнем, вау. Шатал трафа, я сделал этот сон. Хуй снова ты год, я снова тут. Я был потерян пару дней назад, но вернулся стой, как будто бы я солдат. Солдат.
Продать, сука, продали пару динозавров. Солдат 310, мой идол числа. Who is not a god, I'm nothing, bro. Not stick. Хуйня, да. Знаю. Ну, в общем, вот так вот, ребят. В любом случае, даже если, типа, вы начинающий, там, рэперок или битмар, или там, ну, кто-нибудь из таких, даже если вы такое сделаете и покажете друзьям, они такие, блядь. Ну, они охуеют от жизни вообще. Ну, серьезно. Ну, если у вас с ним, там, друзья не пидорасы какие-нибудь, которым похуй на вас. Вот, то есть... Ну, реально, если у вас как нормальные друзья, и вы включите вот такое, они такие, блядь, иди вон, выкладывай, бабки получай. Короче, ребят, всем душа от Душанбе, от души. Надеюсь, вам понравилось. Хоть что-то, может, новое для себя узнали. Ну, я еще много чего могу показать в целом. Это самый такой примитивный бит, примитивный трек. Вот, я могу показать более интересное что-то. У меня есть один классный бит, у нас здание на него трек выходит. Вот, про него могу сказать, он очень классно. Он прям звучит ебануться как. Вот это так просто. Это, блядь, вообще мимолетная такая. Просто качает. Вот, классно. То есть разгончиком, да, там все такое. В общем, все, спасибо от души. Еще раз. Всех люблю. Все, давайте.